их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять не дядя. Ни упрекая, ни броня, смотрели прямо в душу глядя. Трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже? И в смятении эсэсовец объят. Рука сама собой волнение вдруг опускает автомат. И снова склон взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, сомнение смутно произнес. Овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце, пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец. Ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять?